Посольство России не комментирует сообщение о шпионаже в пользу России полковника из Австрии. Ранее газета «Кронензайтунг» сообщила о расследовании в отношении 70-летнего военнослужащего в отставке, который с конца 90-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации, артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга якобы получил около 300 тысяч евро. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому может грозить 2 года тюрьмы.